Нет, но я подумал, что рядом был. Так он напротив. Я не знаю, что делать. А я говорю, а какой номер? Номер-то не наш, московский. Так, давайте наберем маленько. Обтерли глаза. Давайте наберем. Набрали. Сначала этот номер, потом музыка, потом да. Этот Володя, говорит, Володя, говори ты. Он и говорит. Мы, это сейчас вот был звонок от вас, да, был. Это кто, Путин звонил, да, Путин. А можно его поблагодарить? Он говорит, все, он как бы отошел, вы только письмо напишите, поблагодарите, если хотите. Ну и все. И мы, один только был неверующий батюшка, не поверил. И знаете, не верить ни в какую. Ну и слушай, и зять моей сестры не поверил. Говорит, ну как, куда ты особо, у него много представителей, вы позвонили, все. Ну и Ирина убедила мужа, что это Миша. Я говорю, Ева везде убедила. И он мне утром звонит. Я говорю, Михаил, помоги письмо написать благодарственное. Он говорит, у меня есть опыт, говорит. Ну, я не могу со своего отправить, надо с вашего. Ну ладно, говорю, ой, да я напишу как по-простому, что, ну я крестьянка, ну что особенного. Ну вот там села, я говорю, 7 строчек, много не буду писать. Написала, все, это дядя Володя, он меня проверил, свое там добавил, ну и все. Ну а потом смотрю, как-то, знаешь, какое-то вот хождение, беспокойство за мамино состояние. Кого? Ну вот, у ближайших родственников, у моих. То в обед зайду, то это, мам, ты как? Я говорю, да ничего, мам, а ты, а если неправда, ты не обидишься? Я говорю, а чем, а если тебя разыграли? Я говорю, ну они разыграли, а я что потеряла? Я ничего не потеряла. Я почувствовала, ну, хорошее чувство благодарности. Тем более, я говорю, позвонил бы Карлин. Я бы... Ты-то часто встречался там? Но тут позвонил царь-батюшка. Ну, думаю, тут-то позвонил царь-батюшка. Понимаешь, говорю, может и правда у нас в России. А в то время как раз все сильно косили от армии. Косили прям отрасли. Я думаю, может быть и правда, что 6 сыновей, все отслужили. Благодарности есть. Ну, я и ничего. Ну, а сегодня, вчера я уже это почувствовала, что-то не то. И давай. И на Владимира Владимировича вышло. Я и звоню сегодня, говорю, доброе утро, Владимир Владимирович. Ага. Ой, да, и кто, кому я первый раз сказала, все, тетя Валь, вы что попросили? Я говорю, да вы что, дурели, что ли? Да и даже вы сказали бы, я бы не попросила. Я, если бы он мне задал бы, Путин, говорю, вопрос, давайте проиграем. Я говорю, сказала бы, Валентина Тихоновна, что вы? Я бы сказала, Владимир Владимирович, ну это вы должны, почему я должна вас спросить, правда же? Вы что, желаете отблагодарить? Отблагодарите, ну как я могу просить? Ну, а сегодня утром звоню Владимиру Владимировичу. Это, делите все помаленьку. Берите. А, это, Алёш, шоколадки, ты родите? Все, все. Игорь, бери чашку, наливай. Ну, я звоню, говорю, доброе утро, Владимир Владимирович. Мам, ну ты не обиделась. Я говорю, а что обижаться-то? Ну, юмор говорю. Просто что, маленько, ну, не вовремя, как бы пост, знаешь, это самое. Ну, мне охота была приятная. Мне ведь сегодня пришла оттуда открытка, и ведущий говорит, 2 раза, 3 раза позвонил после этого, когда это, говорит, как состояние родителей, как-то. Он говорит, я, говорит, свою маму также поздравил. Мама так смеялась, там, говорит, сынок, да на всю жизнь, говорит, юмор запомнится. А я потом звоню, говорю, Владимир Владимирович, мне неудобно у вас что-то просить, но вот сколько вам эта услуга стала, умножьте в 3 раза в конвертик и маме подарок. А он помолчал, так и сделаю, мам. Ну, я же вас попросил прощения, я говорю, мы не обиделись. А он говорит, ну, говорят, что надсмехаются. Я говорю, да глупости. Зачем? Как надсмехаются? Ну, мне охота было поздравить. Ну, кто так поздравит? Да представь, пошли там поздравляют. Там, говорит, когда я, говорит, посмотрела, как, ой, там смеху бывает.